Друзья, я ласково называю дополнительные знания, которые я вам даю. Я буду их называть ласково плюшка. Ну, кренделечек, если хотите, вкусная булочка с изюмом, если хотите. Это магическая практика. Это вот в четвертом занятии я вам дал 7 практик. Это как раз те плюшки были подготовительные, но они действительно нужны были. А вот эта плюшка, по которой я не буду давать задания. Вы можете ее выполнять, можете не выполнять. Она не является обязательной. Поэтому если в четвертом задании я рекомендую по сей день повторять это задание, потому что они были как подготовительными, то вот эта плюшка, и на протяжении изучения каждой руны я буду давать вам плюшки. Плюшки к исполнению не обязательны. Сдавать их не нужно. Можете выполнять, можете не выполнять. Но, я рекомендую это выполнять. В чем суть плюшки? Берете левую картинку, берете правую картинку. А теперь расфокусировкой создаете 3D-изображение и удерживаете взгляд на этом 3D-изображении. То есть как бы скашиваете глаза, чтобы у вас посередине центр сошелся и показал вам 3D-картинку. Вот я сейчас говорю, и честно говоря, мне очень сложно удерживать мысль, потому что это называется остановка внутреннего диалога. Мозг не понимает, что с ним происходит, и он замолкает. Сначала он там изучает, что там в серединке, что там по краям, но старайтесь в этот момент внутренний голос заставить замолчать. Он должен просто созерцать. Это вам поможет на будущем эту практику проходить, многие практики и многие магические действия проходить с отключенным внутренним диалогом. Иными словами, вам нужно скосить глаза таким образом, чтобы вы видели одну картинку. И желательно постарайтесь на эту картинку смотреть как можно дольше. Сколько у вас хватит сил? Вот сколько у вас хватит сил, я понимаю, что мышцы зрения болят и так далее, но удерживайте как можно дольше. Делайте перерывчики, повторяйте. Это хорошая практика для остановки внутреннего диалога. В магических практиках это на будущее очень сильно пригодится.